Вот оно чё, Михалыч! Вот оно чё! Ну вот, последние рыбалки. Суббота сегодня. Вот Светлана Николаевна и Нюшка. Светик. Днем рождения. Всем счастья. Сейчас поедем рогатки снимать. И щучку снимать. Погода пока радует. Пасмурно, понятно, но дождя, по крайней мере, нет. Так всю неделю. Дождик. Вот тут присобачили. Неделенька в сердце мое. Да. Давай сфотографируем, взвесимся на брудершафта. Скажи, Иба. Селедка. Товарищи, меня в грязь не пускают. Ух. Правда красиво? Очень красиво. Я всегда здесь останавливаюсь и писаю. Я и сейчас с вами пописываю за компанию. Какой фантастический вид. И погода. Вчера немного покапало, а сегодня распогодилось. Давай, снимайте. Много-много рыбы. А мы пойдем. Размотка бросила. Может, потому что она уже перестала есть. Тащу туда, вдоль берега. Так. Так, все равно снимать рогатку. Пока просто хотя бы к себе подтащите. Так, сбито. Да, за это самое. Не, смотри. Ну да, немножко вовремя мы пришли. Ну чё? А смотри, её кто-то косил, как ты говоришь. Вон, тоже. Ух, блядь, без рыбы. Ну это что-то не натянуто. Хотя размотана вся. Живит, сбит. Ушла. Ушла.
Дай мне вытащить. Оба-на. Так, держи ее пока. Да, как бы он там за корягу не завел. Натянул он тут. Небольшая, но... Ну, очень небольшая. Опускай. Тихо. Ну, пускай пока попрыгает. Вот такую взяли. Только что. Тут мыгали. Красивая тут щука, да. Красивая. Мне больше нравится, чем на реке. По цвету. Вчера... Последнюю рогатку до них поставили. Вот, да. Вот. Да. И поймали, да, что-то. Красавишно. Да. GoPro 100 идет. Дурак. Да, вроде как размахнул. Это интересно там, что у них было насажено, да? Опс, и допс. Что-то мне сдается, что тут коряга, а она вон там. Ты мне... Подожди. Да подожди. Ай-яй-яй. Сейчас выключу, подойди. Опа.
Так, сейчас надо будет. Блин, она опять завела. Да я тоже, она тут рядышком. Так. Ну что ты попалась? Пускай его там сидит под дремлем. Четвертая у нас, да? Да, красавица. Ишь, хотела нас обмануть. Как я ее обвел вокруг бревна. Это тебе не вокруг пальца обводить. Там зачехлишь ее, а тут... Стопорнешь, чтобы не разматывалось. Так, там следующее тоже может быть. И может быть, и может быть. GoPro стоп видео. Растяжка. Может быть, нам повезет. Вот далеко, интересно, здесь ли она? Тут и веревка. Я так вытащу. Хотя учи, давай. Оп, какая она ногая. 5, неизвестно сколько. Куда хоть камера-то сейчас направлена? Вообще куда смотрит, непонятно куда. Сейчас она смотрит сюда. Я, в принципе, так вот. Сейчас на меня. Вода холодная, руки-то мыть. Что делать? Рыба любит, когда я ее беру чистыми руками. Yeah.
два, пять. Происходит, ходит. Ходит, ходит. Тут уже не под заказ. В общем, я на тот борт. Закидывай. Там следующая рогатка пустая. Дергает. Ага, значит сидит еще. Так. Опа. 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 Ух ты какая. Быстрая торпеда. Попадает в камеру-то? Я думаю, может, даже немножко упадет. Вот. Это чтоб ты попадал. А и, щука? И да, и нет. Да-да-да. Теперь уже все готово. Все, подожди. Нас пронесло. На вы пока. Или на берег утащил. Какой-то в берег. В берег уткнулось. Ладно, пока не дергаемся. Пока снимаем с крюка. Какой-то под берег утащил. Вылезай. Да. Он сам туда ушел. Хотя нет, может. Нет, его глодало. Гол просто пидео. Вот и закончилась наша рыбалка. Как нам считать?
А, вы только отплыли, да? Да, когда... Я уже глазом видел, Леон, что что-то там с очком ворочается. Горячего чая. Национальная традиция. Спасибо тебе, Михалыч! Сейчас картошечка проварится, добавим рыбки. Лук и перец, все присутствует. Не останетесь. Воды много. Ну ладно. Сколько? Лучше, чем вчера. Да, мало. Это будет мало. Да, так же, как вчера. Да, пойдет. Чувствую, что она есть. В любом случае. Сегодня уха у нас будет вот из таких рыбок. Плюс мелочь. Давай, Андрюха. Уха не резать не буду. А чё? Зачем вырезать его? Ну ладно. Там чё, я потом посыпется. Поши. Ту-ту. Это доска, которую мы привезли, да? Да. Где-то тут она не валяется. А где наша кастрюля? Только нет, только ручка там. Я видел. Я уж тут все оползал и почти по это прибрался. Ну это на три, наверное, сейчас. Москве. Пока ты резал, так, наверное, уже можно и бросать. Как скажете? Как ты думаешь, Виталик, ну, кипит. Картошка сварилась? Ну, минут 5-то кипит. Ну, с рыбой давай. Сейчас, подожди секундочку. Проба. Он, да? Он сказал, поехали. Это делать из ведра. Да, ведра не взяли в этот раз. Дух. Окунь еле в лес, еле в лес. Не думайте, что у нас тут одни головы. Вот хвосты пошли. Блик. Мясо здесь. Будет наваристо. Тут у нас папарацци. Как бы им не помешать там снять-то.
вы он передавал. Ну и вы сюда. Ложечка, да? Что это, черви там? Да, черви, конечно. Хорошо. Для навар. Сколько? Кулечек. Что, бросаю? Бросай. Буквально час назад она еще трепыхалась в наших руках. Приятного аппетита, господа. Спасибо. Присоединяйтесь к нам, барон. Спасибо. А ты какой? Барон? Да, он барон. А я посижу на вас, посмотрю.
Все, все. Пошел дождь. Надо быстро бежать домой. Ну, тормоз-то работает. Отличный мужчина. Стой, куда кирпичи-то давишь? Не докатался еще. Завтра накатаешься. Завтра накатаешься. Нельзя трезвым ездить. Нельзя. Неинтересно. Хочется приключений, да? И все-таки мы созрели на макароны по-плоски. Как бы. Вижу. Вот Михаил режет белый хлеб. А я жду с ложкой. Вот Виталий, да, да, да. А вот Андрюха хочет меня переснять. Ты умеешь снимать-то? Пошло, пошло. Видео, что ли? Да. Ничего себе. Привет, Андрюха. Ты растешь? Я тебе ничего не скажу, понял? Не умеешь ты готовить макароны. Короче, сейчас вкусно. Сейчас так пробуй. Это странная такая, какая-то волна идет. Бык-бык-бык интересная. Какая такая... А-а-а. Что, Миша, попробуй. Нет, невкусно. Фигня, да? Отвратительно. Это макароны по-нерински. Да, вкусняшка. Говорят, это перед самым концом. Очень может быть. Как жить на свете? Вот оно что, Михалыч! Что? Вот оно что! Если еще есть кто-то живой, если кто-то выжил, я могу дать вам еду. Предоставить убежище. Обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки.